Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу, как же определить, с какой стороны бак у автомобиля. Если вы подъезжаете на заправку и не знаете, с какой стороны вам подъехать, слева или справа, то обратите внимание на приборную панель автомобиля. Посмотрите на свой спидометр и внизу, где будет расположен бензобак, увидите стрелочку. Если она показывает вправо, то у вас с правой стороны бензобак. Если она будет показывать влево, то у вас бензобак будет слева. Все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока!